Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Сегодня недельная глава Китеце. Написано в главе Китеце, что если человек совершит преступление, и суд приговорит его к побиению камнями, к смертной казни, то после этого повесишь труп на дереве. Очевидно, для того, чтобы все видели и не вздумали подобного делать впредь, и боялись. После того, как день прошел, его уже надо хоронить. На ночь оставлять труп нельзя. Это уважение к мертвому телу. Написано, что по образу Всевышнего Всевышний сделал Всевышний человека. Вот, поэтому вот так. Удивительная заповедь, но так. У нас нет смертной казни через повешение, это исключено. У нас есть 4 вида смертной казни. Самое страшное — это побиение камнями, когда человека сбрасывают со скалы. Если он еще живой, добивает камнями, это самое страшное, это самое страшное преступление. Потом есть у нас сожжение, когда в глотку человеку заливает ложку свинца раскаленного или олова, и он моментально умирает. Есть смерть отсечением мечом головы и удушение. Все эти казни происходят мгновенно. Это казнь очень быстрая, и мучить долго человека никто не будет. Ни в коем случае. И даже в случае, когда сбрасываются скалы при этой страшной казни, Мидраш пишет, что его напаивали вином до такой степени, что он уже не понимал. Вот есть даже такой комментарий к этому. Хотя скила — это побиение камнями, самая страшная казнь. Потом рассказано, что человек может найти что-то чужое. Вот нашел человек какую-то пропажу чужую. Не в зависимости, это животное или какая-то вещь, и нужно ее вернуть. Ну, это более понятно. Но не себе же в убыток. Допустим, человек нашел быка. Он не знает хозяина, не знает, когда он появится. Если он его будет кормить, то он будет в полном убытке. То наши мудрецы говорят: нет, пусть работает на этом быке, запрягает его, работает, чтобы он приносил пользу, чтобы он себя купал. Хорошо, но если это животное такое, как баран, который не будет работать, что же с ним делать? Тоже, если такая ситуация сложилась, он может этого барана продать, а когда затребует тот человек, что где моя вещь, то человек отдает ему стоимость этого барана. Себе в убыток Тора не требует, чтобы мы поступали. Есть мудрецы, которые... Невероятно, мы с вами уже говорили об этом, что был человек гостеприимный, один из наших раввинов, я не помню кто. И пришли к нему 2 человека, ночевали у него, потом они ушли, и у него остался мешочек с зерном. Ну, их не было много лет. Они пришли через много лет, он уже забыл, как они выглядят. Они пришли и сказали: мы вот у тебя забыли здесь мешочек зерна. Он говорит: пойдемте, я покажу вам ваше зерно. Пришел, показал полный амбар зерна. Он его засеял в первый год, оно выросло, собрал урожай. Потом это же зерно засеял второй, и так он огромное количество, много лет, у него получился целый амбар. Говорит: это ваше зерно, забирайте его. Он говорит: так этого Тора не требует. Это есть величайшие мудрецы, которые такое могут сделать. Но Тора требует просто вернуть то, что тебе попало в руки. Вот так вот. Теперь закон о животном. Животное лежит под ношей. И написано, то есть бык твоего брата или осел твоего брата лежит под ношей своей. Развлючи осла вместе. Помоги ему. Или погрузить на него на занок, чтобы поставить его на ноги. Вообще, и обязательно вместе. А он скажет: подожди, это твоя заповедь, ты выполняй, тебе скажет. А скажешь: нет, Тора говорит вместе. И мы читали в главе Мишпатим такую же заповедь, но написано: если осел врага твоего лежит под ношей своей, непременно помоги ему, развьючи осла вместе. Ну, когда враг, это уже понятно, что это очень такая заповедь, работает, чтобы помирить людей. Но Торе нет разницы, получается, что врага, что брата, что друга, все равно помогать.
чтобы животное не страдало, во-первых, естественно, ну и помочь человеку, чтобы помириться, и вообще хорошие отношения, чтобы были. Это очень хорошая заповедь. Потом есть заповеди выше нашего понимания. Хуким. Написано, что одежда из смешанной ткани, шерстяной и льняной, пусть не покрывает тебя. Мы читали эту заповедь. То есть, если мы берем нитку шерстяную и льняную и сделаем совместно из таких ниток какую-то ткань, то мы не можем употреблять эту ткань. Не спать на ней, не носить эту ткань мы не можем, как одежду. Мы должны за этим следить. Имеется в виду только шерсть и лен. Не другие смеси. Шерсть и лен. Это есть специальные люди, которые разбираются в этом, какая это шерсть, какой это лен. В общем, есть люди, которые специально разбираются. А потом написано заповеди ацицит в этой главе Китаце. То есть, после заповеди о шерсти и сальном, вот пишется ацицит. И наши мудрецы говорят, как бы не было удивительно, что если ацицит сам сделан из шерстяной ткани, а кисти льняные к нему привязаны, то нарушения заповеди нет. Это нормально. Или льняной ацицит и привязаны к нему шерстяные нити, нарушения заповеди нет. Имеется в виду главное, что ткань, состоящая из двух этих ниток. Это выше нашего понимания. Ну, можем, конечно, подумать, ну, может быть, как это можно объяснить. Мы знаем, что в храме эта смесь предписана. Мы смотрим, вот, допустим, завеса, отделяющая святилище от святая святых. Голубая шерсть, багряница, черница и лен, скрученные вместе. Также и покрытие шатра, потолок. Голубая шерсть, багряница, черница и лен, скрученные вместе. То есть шерсть со льном предписана. И также одежда первосвященника. Если мы берем хашен, это нагрудник первосвященника, и эйфот, это передник первосвященника, то они сделаны из золотой нити, голубая шерсть, багряница, черница и лен, скрученные вместе. Раз она в храме такая смесь предписана, то, очевидно, в будней жизни нельзя, потому что трудно нам объяснить такую заповедь. Очень интересная есть история. Равин, по-моему, фамилия Стамплер его. Он воевал, человек, и он плохо слышал после войны. Но он учил Тору. И он себе постановил, что одну ночь он учит Тору, одну ночь спит. Ночь учит Тору, ночь спит. Через ночь он спал. Ну и нашли ему невесту. Он ехал к невесте. И не было билета в обычный вагон. И пришлось купить ему в дорогой вагон билет. И он заподозрил, что сидение в этом вагоне состоит из шерсти и льна. Он предполагал, он не знал это, но предполагал, что в таком вагоне дорогом видит эта ткань, а вдруг. И он всю ночь не спал. Перед этим он ночь не спал. Вот эту ночь он мог в поезде поспать, но он не спал эту ночь и следующую не спал. И когда он пришел к этой невесте, он упал. Невеста была в шоке. Что это за жених такой? Упал. В обморок упал. 3 дня не спал. Ну, потом ей уже объяснили, кто это такое, что это такое, и она вышла замуж, и все, хорошая семья у них образовалась. То есть мы смотрим, какие есть люди, что эту заповедь настолько строго, щепетильно соблюдают. Вот так вот. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души моего папы Якова бен Наху, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Ицхак, Борис бен Мария, Анна бат Римка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Леор бен Клара, Ольга бат Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня Батфрида, Ида Батрива, Вадим бен Татьяна, Юлия Батбела, Мазал Парнасас Гула, Ирина Батури, Арон Арье бен Гури, Хороший дух, Арон Арье бен Двойра, Низ бен Ахум, Авигаль Батсара, Парнаса и Бриют, Владимир бен Рая, Марина Батрая, Борис бен Марина. Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем браха, Парнаса, Кавана, Мазал, то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем всего самого наилучшего. Надеюсь, эта встреча завтра сейчас состоится в 15:30 по обычному расписанию. До следующих встреч. Шалом!